Видеокурс «Как эффективно работать на мешках». Узнай убойные комбинации, улучши свою физуху бойца, а также узнай, как можно развивать бойцовский IQ. Ссылка в описании под видео. Итак, первый вариант работы на выносливость – это прямая пирамида. Что это такое? Мы берем три удара, там, 3, 4, 2. Я буду показывать вам отдельно разбитую по раундам пирамиду. То есть первый раунд мы работаем только руки, второй раунд мы будем работать только ноги, и третий раунд мы совместим руки и ноги. Первый раунд сейчас у нас работа руками, то есть какой принцип? Мы бьем прямые, боковые, апперкоты. Начинаем с двух ударов и доходим до 10, без остановки, подряд. Постоянно бьют удары. То есть 2 прямых, 2 боковых, 2 апперкота. 4 прямых, 4 боковых, 4 апперкота. 6 прямых, 6 боковых, 6 апперкотов. И так до 10. И потом начинаем заново с 2. Я покажу сейчас одну пирамидку, а ты уже будешь делать на протяжении 3 минут весь раунд. Вот такая работа. Работать, стараться на скорость. Здесь задача не особо вкладываться в удар. Да, то есть задача темповая, работа именно на скорость. Сила будет средняя, достаточная, но не максимальная. То есть на максимальной силе целый раунд, естественно, не проработаешь. Итак, поехали. Прямые, боковые, апперкоты. Итак, дальше, постоянно по кругу. Как ты понял, 2 прямых, 2 боковых, 2 апперкота, 4, 6, 8, 10. И опять 2, 4, 6, 8, 10. И в таком режиме отработал раунд руками. Затем начинаем, отдохнул, да, раунд ногами, 3 минуты. Работаем фронт-кик, мидл-кик, колени. В таком же режиме. 2 фронт-кика, 2 мидл-кика, 2 колена. 4 фронт кика, 4 мидл кика, 4 колен. И так поднимаемся до 10. И опять заново. 2, 4, 6, 8, 10. И последний раунд, такой заключительный, мы все объединяем. Прямые, сразу ноги пошли, по 2 удара. И по 4. 4 прямых, 4 боковых, 4 апперкота, 4 фронт-кика, 4 мидл-кика, 4 колена. И так до 10 каждый удар. Это будет такая здоровенная серия из 10 ударов. Да, из 10 каждого удара по 10 раз. Так будет, вернее. Этот вариант работы не обязательно выполнять все три раунда на одной тренировке, да, это будет очень тяжело, особенно для начинающих, но можно так делать, а можно просто чередовать. Например, если у тебя три тренировки в неделю, да, ты на одной тренировке делаешь раунд для рук, на второй раунд ногами, и на третий раунд совместил руки-ноги. По принципу такого прямой пирамиды.